Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический дневник просветления. Путь святости. Сонет. Я вас люблю, но сердце стук в стальной груди я заключаю, и тайной лиры сладкий звук для лучших песен сохраняю. Любимая устами усладит сияние грусти безвозвратной, и ритм придаст походке статной, а враг ошибки упредит. И я сомкну усталость вежд в лучах невидимых лобзаний, за мною очередь надежд, немых мечтаний, предсказаний. Пусть тайна страсти неземной, как нимб, сияет над тобой. 19 октября 1990 года. Москва. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический дневник просветления. Путь святости.